приветище! Это Satisfactory. У нас сейчас рассвет, начало дня и много-много дел на нашем металлургическом заводе. И не только металлургическом. Это моя маленькая база по производству тяжелых и не только тяжелых. А, короче, забей. Что-то я загнался. Значит, пойдем к лифту. Выясним, что нам там нужно. Парашюты кончились, надо парашютов наделать. А то ж разбиться можно. У меня тут все на высоте. Это травмоопасно, тебе хочу сказать. И вообще, это экстремальный вид работы. Не просто промышленность, тяжелая промышленность, но и экстремальный вид работы. Значит, смотри, нам нужно сколотить вот такие вот умные обшивки. Их нужно сделать из роторов и тяжелых пластин металлических. Пойдем посмотрим, что у меня там есть. А, еще надо в хапчик забежать. Хап, хапчевский. Покажи, что там нам нужно. А вот, собственно, эти роторы здесь тоже нужны. Помимо них листы и провода, точнее кабели. И это позволит нам открыть желейно-посадочную площадку, очень годно, и прыжковая площадка. Все это нам необходимо, потому что мы находимся на высоте. Прикинь, отсюда прыгать в желейку, это же балдеж, это такое развлечение, это такое счастье. Да, ребенок во мне еще не умер. Он живет и процветает. Значит, надо сделать парашют. Парашют, обломись, ткани у тебя нету, бомжара, не будет парашюта. Так что грызи свой большой палец левой ноги. Ладненько, раз парашют у нас лишили, спускаемся с этой крутой горки на своих двух. И пойдем посмотрим, как бы мне получить ротор. Ну, как мы все прекрасно знаем, ротор — это сложная конструкция. Так что, скорее всего, нам понадобится какой-то объединитель. Где он у нас? ММА, это не то. Во-во-во-во. Ассемблер. Вот, на него, кстати, тоже ротор нужен. Вы что, издеваетесь? Управы на вас нету. Где его вам... Вы какую, если у меня... Не, короче, придется ручками этот ротор делать. Давай посмотрим, что там нужно для него. Ротор. А, прутья и болты. Да вообще фигня. Пойду я сейчас возьму. Вот здесь у меня есть же. Болты вот тут у нас. Кстати, почему-то мне писали, сделай отдельный органайзер для каждого материала. Типа, все вместе не очень круто хранить. Почему, не знаю. Кто-то очень переживает по этому поводу. Где болты? Я понять не могу. Болтики. Вы где? Они же тут. А, нет, вот тут болтики. Да, вот, я их забираю. У меня, кстати, с собой их было до кучи. Значит, мне нужны прутья. Вот. Все, погнали делать. Кстати, пока мы здесь внизу и не поднялись наверх к Всевышним, знаешь, к элите, надо бы здесь парочку вот этих вот классных кактусов спилить, чтобы получить мицелий, а из него сделать парашют. Давай, вот это тоже сереть. Бенз кончился, да что ж такое-то? Почувствуй на себе, на своей шкуре нищету. Когда у тебя нифига ни шиша нет. А бензопила только вот от бревен. Только от бревен? То есть вот эта вот фигня не подходит в бензопилу. Че ты будешь засыпать свою биомассу сраную в бензопилу? Нетушки, нужно элитное пойло для бензишечки. Черт, ткани чуть-чуть не хватит, совсем чуть-чуть. Там десяток нужно на парашют. А у меня 6 получилось. Ладно, сделаем бревна, потом... Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Не распили мне верстак. Разогналась, как только увидела бревна. Вот же она жадина, эта бензопила. Ассемблер. Значит, мы сейчас попробуем его поставить экспериментально вот здесь. Вот я хочу посмотреть, что мы там в нем сможем сделать. Ну-ка. Ротор есть и умная обшивка, пожалуйста. И ткань еще. Так... Так. Смотри, для умной обшивки нам нужны вот такие вот. Ну, то есть... У меня сейчас мозг просто взорвался, ты прикинь. То есть, чтобы сделать умную обшивку, нам нужно 3 ассемблера. Первый ассемблер будет делать усиленную жестяную пластину, железную. Потом второй будет ассемблер делать ротор. А третий ассемблер будет объединять вот это и делать нам умную обшивку. Ты приколись. Значит, нам нужно соединить... Построить первый ассемблер и подвести к нему 2 конструктора, которые производят, смотри что, вот такие листы металлические и болтики, ротор. Ему нужно то же самое, по-моему, да? Нет, прутья и болтики. Угу. Ох, мозги мои разрываются, как это все сделать. Ну, болты у нас есть здесь, отсюда мы сможем подвести к ассемблеру, а здесь у нас что? Известняк, нафиг он нам не сдался, вот. Здесь у меня есть прутья и листы. Отсюда они должны забираться. Соответственно. Вот это мы останавливаем. Подождите минуточку. Останавливаем. Это мы забираем. И разбираем к чертям. Потому что оно нам тут мешается. Значит, смотри, мне нужен второй этаж. По любе. Нужен второй этаж.
Делаем, короче, вот такую вот штуку здесь подъемную. Вот где, как мы будем туда заходить-то? Давай развернись. Вот так вот мы туда будем заходить, на второй этаж. Надо, наверное, повыше сделать. Я думаю, что вот этого будет абсолютно точно достаточно. Проверяем. Раз фундамент, и туда вперед поехали. Два фундамента, три, четыре, четыре. Вот и все строится, отлично. Значит, тут фундамент будет... Так, подожди. Мы спрыгнем сейчас и сделаем сюда конвейер вверх. Конвейер вверх, пожалуйста. Значит, у нас хоп. И развернись. И. Ну, где-то вот так вот, наверное, да? Пойдем проверим, посмотрим. О! То, что надо. Грамотно все сделал. Кажется, я теперь понимаю, почему мне сказали, что нежелательно объединять все эти дела. Я думал, что разветвелитель будет все это дело как-то разделять. А получилось, что нифига. Все мои фантазии просто сейчас разрушились. Значит, это мы убираем. И все вообще это надо убирать и переделывать. Ох уж эти ошибки. Все мы учимся на ошибках, да? Дадим отдых нашим мозгам и извилинам, чтобы сообразить, как это все соорудить. Мы приступим к разработке прыжковых панелей и желейного опускателя. В смысле, желейный опускатель. Вот это я придумал. Желейного, ну, короче, в желе, чтобы мы прыгали. Там нужно кучу всего. Это желательно вот этого всего в большом количестве взять. А, там же еще роторы нужны были, точно. 50 штук. Давай их офигели. Ну, ладно, давай сделаем их. Благо. А что там нужно-то было для них? А, точно. Прутья и винты. Ну, ладно, давай вручную сейчас соорудим. Это не беда. Ручками тоже надо время от времени работать. Ну, наконец-то. Все, у нас почти все готовенько. Теперь точно готовенько. 50 этих долбанных роторов. Отправляем. Еще ж загрузить надо. Это же умный дрон, который сам себя не погрузит. Надо все вручную. Все, поехали. Красная кнопка, жмякайся. Ну, поехали. Давай, давай. Почему кнопка не жмякается? Ты слышишь, как я долблю мышку? Запустись, наконец-то. С какой попытки-то? Цель достигнута. В меню доступны прыжковые панели и прочая всякая байда и балдеж. Вот они. Желейная посадочная площадка. Прыжковая площадка. Ротор нужны. Пойдем роторы сделаем. И прямо оттуда сделаем прыжковую площадку. Парочку мне, пожалуйста. Раз. Два. Три. Давай, четыре все-таки. Четыре. Прыжковая панель сюда и обратно. Сейчас мы ее здесь мочканем, вот эту прыжковую панель. Надеюсь, ее будет достаточно, чтобы отсюда улететь подальше. Строим. Главное сейчас не разбиться, а то будет слишком эпично. А, подожди, это в другую сторону. Ух, хорошо, что я на нее не встал, а то бы улетел нафиг. Или подожди, или в ту сторону, куда я хочу. А как она работает? Эу. Эу. Что, неужели электричество нужно? Так, подожди. Прикол. Ну ладно, хорошо, что у меня тут... Где-то ж у меня... Вот, свободно есть. Давай. Подпитались. Ты будешь работать, нет? О, нет, не в ту сторону. Подожди. Подожди, не в эту. А, больно. Смотри, как они гениально поступили. Скоты. Лесенку на подъем сделали сюда. А по идее я хотел лететь туда. Почему с этой стороны мне лесенку не сделали, а? А? Все это разбираем. Лесенку мне в другую сторону. Хотя... Она не сильно высоко же, да, поднимает? Мы же это проверили, поэтому давай туда. Но неудобно так будет заходить, вообще неудобно. Это не круто. Тогда пофиг, прыжковую мы сделаем оттуда. Оттуда. А желеху надо ж прыгнуть и понять, где я приземлюсь. А желеху мы поставим, мы ее вообще можем поставить сейчас? Биомассы не хватает. 200 штук, в смысле? Пойдем сейчас пилить деревья и кактус. Значит, вот я разбегаюсь, прыгаю. И вот где-то здесь надо. Вот, да, тут надо будет. Пойдем пилить. Бензопилищечка. Ты где? Бензопилищечка. Погнали. Заводись. Бревен нет. Так, я что, все вообще? Да, я все и вообще. Ладно, пойдем отберем пару бревен у нашего переработальщика. Товарищи сжигатели, подарите мне, пожалуйста, парочку бревен. Совсем чуть-чуть. Мне, пожалуйста, где огромное количество кактусов. О, смотри, малюсечка, масипусечка. Ну ладно, мы их трогать не будем, пускай растет. Мне нужны большие.
Ну, в общем-то, все, я там набрал достаточно всего. Вот у меня сейчас перекус, обедик, так сказать. Короче, я наконец-то допедрил, зачем нам делать верстак. Где этот верстак? Вот он. Ты же не всегда будешь бегать в хаб. Так что давай верстак мы сделаем где-нибудь внизу. Вот здесь вот пускай он у нас будет. И тут я могу шерудить и мастерить. Значит, биомассу производим. 200 штук. Ровно столько, сколько нужно желейку. Да? Да. Кстати, на нее тоже ротор нужен. Обалдеть просто можно. Так, где тебя воткнуть? Ну, наверное, как-то так. Электричество еще нужно. А на кой черт желейки электричество, скажите мне? Типа, чтоб она производила ее? Ну, допустим, пускай отсюда питается. Пофиг на эту прыжковую платформу. Но вот сейчас должно быть просто огонь. Все должно быть как надо. Вот я разгоняюсь, прыгаю. И не долетел. Так, понятно. Понятно, значит, ближе надо сделать. Сейчас, поближе вот сюда куда-то получается, да? Ох уж я великий экспериментатор. Отобьющий все свои попцы, все ноги и конечности переломаю 100-500 раз. Так, стопэ. Вот отсюда я такой бегу весь в делах, в поте и прыгаю. И... да, как раз. Е-е-е. Выбираемся отсюда по-быстрому и бежим дальше. Блин, это долго. Это долго. Я застреваю тут очень надолго. Оу-оу. Пространство в другое измерение. В зеленое, сопливое. Ну хорошо, пускай будет. Имеет место на жизнь. Тогда прыжковую панель я сделаю с этой стороны. А, вон, смотри, там даже нарисовано, куда ты прыгать-то будешь. Я хочу прыгать... если вот так вот. Ну-ка. О! Отлично, кажется. Сейчас проверю. Ну, прям вот сюда вот, на тютельку. То есть есть вероятность, что ты можешь не долететь. Ну, хорошо. Допустим, делаем ее здесь. И надо подключиться. Подключимся мы откуда? Давай я сделаю вот как. Я поставлю здесь еще один столбик. Вот. Вот это отключу и сделаю следующим образом. Подключаю это, эту и вот эту теперь. То есть здесь бегать теперь очень опасно. Можно бежать вот так вот и обшей. Оп, и все. И задушиться. Ну хорошо, проверяем. Опа-на! Да, четко. Скоростное запрыгивание. Даже не зря я вот эту штуку здесь тогда построил. Это интуиция, ты понимаешь? Я как знал, что тут будет прыжковая панель, и она мне понадобится, вот этот вот участочек. Давай еще раз попробуем. Я запрыгиваю сюда, хоп. Е-е-е! Ништяк, вообще по красоте. А потом я такой бегу отсюда. Так, уберись отсюда. Опа, прыгаю прямо в желе, в бассейн из сопли. Отлично. Все работает, все как надо. Пойдем теперь в хаб, посмотрим, что там нужно для того, чтобы открыть последний этап развития. Бонусная программа утилизации и логистика. Че по бонусной программе утилизации? Черт, надо 400 бетона. А я же производство бетона-то не наладил. Я убрал органайзер и не поставил его. Оу, бежим, в сопли ныряем. Это знаешь, когда ты накосячил, ты ныряешь в сопли. Забавно. Там же по-любому конструктор что-то должен был сделать. Вот, вот нифига он не сделал. Я же его остановил. Пускай делает. А куда он будет это все делать? Ладненько, поставлю я... ой-ой. Органайзер обратно сюда. И подключу все как было. И пойду посмотрю, что там с электричеством у меня случилось. По всей видимости, у меня прыжковые панели очень много всего забирают. Хотя все подключено по... отдельно не долетел! Первый раз такое. Как это так вышло? Нифига себе. Вот это странно. Давай еще разок. Ну ладно, сюда. Так тоже пойдет. А почему? Что случилось-то? Что отрубилось-то? Ну-ка, показывай мне. Так, 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 смотрим. У нас был большой скачок на 39 мегаватт. А у нас максималочка это сколько? 40 мегаватт. То есть предел уже был. Ладно, втыкаем сюда еще модуль. Разгоняем, погнали. Теперь у нас максималочка это 50 мегаватт. Все должно работать. Значит так, товарищи инженеры и конструкторы, решаем очень главную мысль. Что делать с этим органайзером, который собирает сюда в себя медь, металлические пластины и прутья? Снести его к чертям. Еще предложение? Поставить разветвитель и сделать 3 конвейера дополнительных. Неплохая мысль. И у меня походу раздвоение, расстроение личности. Да, что делать со мной с Satisfactory?
Значит, у нас тут есть вот этот конвейерный. А подожди-ка. Мы можем сюда направить прутья. Сюда у нас что идет? Прутья для винтов. Угу. Они идут вообще? Идут. Значит. Все, решено. Вот это мы к чертям сносим. Ставим здесь разветвлитель. Был объединитель, а теперь будет разъединитель. Подключаем его. И теперь все вот это дело нам нужно отправить наверх. Вот это вот быстренько убрать. И дозабрать то, что там осталось у нас. А, нет, не наоборот. Блин, все путаю. Это тоже разобрать. Здесь поставить разветвлитель. Обаньки. Все это подсоединяем и запускаем наверх. Это надо разобрать, оно мешается нам тут. Ну вот. Все. Все мы сюда запустили. Смотри, как все грамотно получилось. Значит, вот этот ассемблер убираем. Его надо воткнуть сюда. Но прежде чем его сюда втыкать, нам нужны разветвлители. Вот так. Все, разветвлители у нас стоят. Теперь осталось только грамотно ассемблеры сюда выставить. Значит, вот у нас два ассемблера. Их нужно воткнуть как-то рядышком. Давай, короче, с краешку один воткну. Рядышком с ним другой. Что у нас получается? Ну вот, типа вот так вот у нас получается. Допустим, у нас здесь будет производство вот этой штуки. Сюда пластины и винты нет. Это нам не подойдет. Пластины и винты, вот они у нас. Получается, на этом ассамблере пластин надо делать. А здесь тогда мы будем роторы делать, правильно? Да, правильно. Подсоединяем всю эту фигню. Вот так. Давай красивенько сделаем. Красивый подход. Хоп. Не, разворот в другую сторону. Оу, как тебя изгибает. Ну ладно, фиг с тобой. Давай напрямую, как ты можешь. Вот. И теперь оттуда, издалека, из глубинки, надо пускануть винты. Мы это делаем вот таким вот образом. И поступать сюда. Вот. Теперь винты нам также нужны. Стой, стой, стой. Не торопись. Еще отсюда. Вот так вот. Ух, как тут у меня вообще плотненько. Ну ничего. Нормик. Главное, все фурычит, все идет. Ну и просто пластины. Пластины подключаю вот так. Короче, получилось на карачках все. Но, по крайней мере, все поступает. Все нормально. Теперь надо сделать еще третий ассемблер. И третий ассемблер у нас будет здесь рядышком, но только его придется развернуть. Вот так вот его разворачиваем и устанавливаем. Почему развернуть? А потому что у нас конвейеры вот эти вот будут сюда загонять готовую продукцию. Здесь у нас усиленная пластина. Значит, мы ее берем и тащим сюда. И это тоже берем и тащим вот сюда. Не, ну это, конечно, жестко будет. А, пофиг, пускай так. И ничего страшного, что конвейер на конвейере. Так же можно? Значит, можно. Здесь мы будем производить умная обшивка. Осталось только все это дело подключить. А электричество это пожрать будет огромное количество. Давай посмотрим, сколько электричества тебе надо. 5 в минуту, а потребление электричества... А, вот, 15 мегаватт. О, это слишком много, 15 мегаватт. То есть мне надо 45 мегаватт на 3 ассемблера. Ух, вот это я, конечно, попал. Прыжковая панель. К сожалению, мощностей у меня пока что таких нет. Придется сжигатель дополнительный делать, да? Ее, погнали. Даже можно перекусить в честь этого. Итак, у нас есть новые штуки по переработке мусора. Где они у нас спрятаны? А, во, чудо-утилизатор. Для чего он? Есть лишние ресурсы? Не бойтесь, мы фиксит всему найдем применение. Наша новинка чудо-утилизатор с легкостью превратит любую пригодную деталь в данные для исследований. Участникам программы предоставляются купоны, которые можно потратить в чудо-магазине. О, а что за чудо-магазин? А, так вот он у нас и есть, и что там? Здесь можно обменять купоны. Для особо старательных сотрудников мы приготовили особые бонусные цели и награды. Получите купоны в чудо-утилизаторе прямо сейчас. Купоны не возвращаются. О-о. Давай построим. Давай его сделаем внизу, наверное. Оп, подожди. Электричество кончилось.
Надо пойти попилить кактусы и деревья. Нет у меня биотоплива. Магазинчик воткну вот здесь вот рядышком. Хопана. Посмотрим, что там можно прикупить. Заводская лестница. Панель управления освещением. Прожектора, освещение, фонари, лестницы, мостики. Стены можно... О, вот их куда перетащили-то. Мне как раз вот эти стены с отверстиями нужны. Теперь понятно. Куча всего интересного. Фундаменты какие интересные появились тоже, гляди. Транспорт. Ага, заводская мототележка. Чё ж на ней возить-то? Статуи какие-то есть. Экипировка. О, тут можно парашюты покупать. И кружку для кофе. Детали. И детали можно покупать. Ну, значит, надо поставить этот утилизатор. Для него нужна жесткая металлическая пластина. Ну, а я предлагаю все-таки поставить здесь сжигатель. Он нам по-любому нужен. Сжигатель, наверное, поставлю здесь. Тут будет самое удобное местечко. И столбик тут тоже воткну. Вот так вот. О, дрончик прилетел. Шикарно. А я пойду попилю, наверное, древесину. О, могу на него запрыгнуть? Его! О, какой он баллонистый. Как прикольно на нем прыгать. Ну как батут. Забавно. Ладно, все, хватит баловаться. Прыгать на всяких динозавра подобных сущностях. Пойдем пилить. Ох ты, смотри-ка, это что у нас там? Слизень, что ли? Пойдем попробуем его достать. Встретил тут, смотри кого. Дружище мой старый, огненный. Ай, ты до сих пор пуляешься огнем? Может, хватит? Последний удар? Нет, второй, третий. Пару предпоследних. Вот, отлично. Мясо забираем. Все, бежим дальше. Это что? Пещера? Пойдем заглянем, что там в пещерке. Фонарик, включись. Ты мне очень нужен. Надеюсь, тут нет червей, которые могут меня сожрать. Слизень, еще один. Удачно зашел. Но я слышу, что тут кто-то есть. Тут... Ой-ой-ой, вот этих букашек я ненавижу. Нифига себе, они своими... Иди сюда, я тебя сейчас электрошоком замариную. Это... Блин, они своими... Вот этими... Как это назвать? Ножками острыми. Протыкает насквозь прям. Здесь тут больше никого нет. Это мы забираем. Так, надо на что-то залезть. Ты мне как раз очень нужен. Спасибо, что ты нашелся. Идем дальше. У меня, кстати, в кармане куча барахла. Надо не просрать это все. Все, мы вышли из пещеры. И где-то здесь должен быть... Должен быть... Вот тут наверху еще один слизень. Полезли. Да, тут, походу, так просто не залезешь. Фундамент, что ли, замутить? Зала... Ну, что началось-то? Залазим. Угу, и разбираем. Когда мозги варят, все получается. А слизень где-то вот тут, наверное, да? Блин, ну эту лифтовую площадку видно вообще отовсюду. Очень здоровенная. Так, вон он слизень. У меня есть отличная, гениальная идея. Мы сейчас стойку сделаем. И ты уже понял, да, я думаю? И стоечку... Во-во-во, вот так вот можно, смотри. Хоп, делаем. Ой, привет, дружище, нет, не стреляй в меня. Не стреляй. Я сейчас быстренько все сделаю и уйду, и не буду тебе тут мешать. Есть. Все, бежим. Ай-яй-яй-яй, горячо. Еху, мы наверху. Как круто я все это придумал. И нафиг тебе ничего не надо больше. Есть. Где эта штука? Вот она. И сейчас нам надо перебраться вон туда. Там, кстати, куча мух, и они могут меня покусать. Надо подлечиться. Давай сожрем эту штуку. Все, подлечились. Погнали. Иху! Слизень, иди к нам. С мухами сейчас быстро надо разобраться. Есть одна. Другая. Третья где-то еще. Все, готово. Это забираем. И слизень тоже забираем. Но это зеленый слизень, не желтый. Так, кажется... Ай-яй-яй-яй-яй. Где еще? Ага, панцирь. Заберем. То есть все-таки распаковались все куколки у нас тут, да? Ну ладно, не страшно. Главное, чтобы они меня не скинули. Иди сюда. Где ты? Где ты? Я тебя не бежу. Угу. И последняя.
Все, со всеми расправился. Чудесно. Все, тогда нам достаточно будет одного сжигателя, потому что у нас есть два зеленых слизня, и мы сможем сделать две батарейки для ускорения. Пришло время запустить все наши ассамблеры, воплотить нашу идею в жизнь, как говорится. Значит, берем вот эту штуку, подключаем сюда, это подключаем туды, сюды и вот сюды. Подключено. Так, проверяем. Все работает. Че, да ладно? Все три прям работают? Серьезно? Да, так неинтересно. Но еще не начал работать третий завод, поэтому у нас все типа ок. Давайте посмотрим, как у нас тут все пойдет. Вот. Вот, обесточилось. Пихаем сюда вот эту штуку. Запускаем, проверяем. Поехали. Ага, вот жесткая пластина идет. Ротор еще должен где-то быть. Ротор делается у нас тут? Делается, вон поехал. Давай, выходи, выкатывайся. Вот, выкатывается. Так, а что у нас не делается ротор? А, винты собираются. Понятно. Мне так нравится, как тут производится что-то. Все очень интересно. Хоп-хоп, какую-то фигню там паяет, сваривает. Положил, и получился ротор. А тут как металлическая пластина делается. А, ну тут все то же самое, смотри-ка. Опять выбило пробки. Пойду делать. Еще один модуль энергетический надо воткнуть. Втыкаем. Все, вот теперь точно не будет проблем. 60 мегаватт, это выше крыши. У нас максималочка 45, а наш сжигатель вырабатывает 60. Ну и все, все четенько. Первая умная обшивка у нас уже есть, он делает вторую, это хорошо. Ну, слава богу. Все, запустили производство. Это не может меня не радовать. Пойду теперь посмотрю, что там мне нужно для последнего запуска нашего дрона, перед тем, как я начну отправлять все с лифта. Нам нужна логистика. А, вот эти пластины нам тоже нужны. Куча цемента, железный прут и пластина. Ну, давай это, пожалуй, оставим на следующее видео. А на сегодня это все. Спасибо, что смотрел. Не забывай подписываться, если ты еще не подписан. И поставить свой царский лайк под этим видео. А я с тобой прощаюсь. Пока. Увидимся в следующем ролике.